Давно не виделись. Всем привет! Как дела? Как настроение? Рассказывайте. Ну, не прямо сейчас, а в комментариях. Я потом обязательно все почитаю. Как вы видите, мы на вокзале. А это значит, что выезд с Акбарса начинается прямо сейчас. Буквально 14 часов, и мы в Екатеринбурге. Ну что ж, дорогие друзья, впереди главное противостояние лидеров конференции «Восток». Акбарс против автомобилиста. И на улице невероятно холодно. Погнали внутрь! Идеальное время для шопинга. Прямо сейчас мы узнаем, что входит в чек-лист настоящего фаната. А почему черная пятница? Пятница не все хорошие. Да. У нас она и начиналась. В смысле, сегодня суббота. Продолжается. Тем более. Если есть большие скидки, надо покупать большие, крупные покупки. Купили джинсы, купили сыну комбинезон зимний, так что на распродаже попали. Ну, что-то за команду, за автомобилиста, какой-нибудь журнал или что-то. Например, каску? Каску, да. Все хорошо. Все, что нужно, то и купить надо. У нас нет таких черных пятниц, как за рубежом. То, что вчера стоило 1500, сегодня стоит 3000, разделить напополам. Хорошо. Никому нельзя верить. Как прошла ваша черная пятница? Да никак. А что делали? Спал. Очень плохо я был в магазинах. Мне очень не понравилось, да, очень не понравилось. Я не была в магазинах, поэтому у меня все хорошо было. И то время, наверное, чтобы закупаться сейчас. А родители обеспечивают, у них всегда черная пятница. Да. Настоящие фанаты должны покупать джерси, шарфы, шапки, кепки. Спортивная, наверное, экипировка в первую очередь. Очень хорошо. Нравится мне. Кепками, футболками, свитерами. Атрибутикой своей любимой команды. Магнит только хотелось. Магнитик надо. Магнитика не хватает, согласен. Все, что нам нужно, это уже на нас. Билетами на выезд. Билетами на выезд, скорее всего, да. Папа и сын. Представляете? Да. Вау! Да, успели купить хорошее настроение сюда. А сколько стоит хорошее настроение? Для скала бесплатно. Мы купили тапочки на в поезде. Сколько скидка была? Купили. Скидки не было, к сожалению, РЖД. У меня нет черных пятниц, одни белые и красные. Шарфами, я не знаю. Ну, пивом, конечно, чем еще? Самое главное, настроением, желанием жить, желанием побеждать. Закупаться. И закупаться этим всем. Мы же как бы за здравый образ жизни, да? Да? Конечно. Поэтому хоккейными, этими самыми, как его, клюшками, шайбами и на лед. Все, продолжайте. Спасибо. А вы из Казани? Отлично. Мы из Казани. Можно привет передай? Конечно. Айдек Арисламов, передаю тебе привет. Но автомобилист сегодня выиграет. И с днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Мы любим Мороза, мы любим Зарипова, мы любим Казань. Казань, вперед! Вот
главное событие этого репортажа. Наконец-то мы узнали правду, чем отличается Казань от Екатеринбурга. Вот это у них эшпачмак, а вот это у них растягай. Чё, серьезно? Каждый любит и уважает свою команду по разным причинам, но все они играют в хоккей. Так в чем же фишка? Сейчас узнаем. Можем играть, потому что... Все хорошо. Ну, потому что наша команда самая лучшая, и у нее самые лучшие болельщики. Вперед, авто! В команде, видимо, в самой, в командном духе. Контроль шайбы. Тоже так думаю. Быстро, классно. Самая крутая. Встречать гостей. Каждому готовы сказать рекомендегес. И поехали. Итак, в чем фишка вашей команды? Лучшие болельщики. Самые лучшие болельщики. Вся команда — это прям хорошая фишка. Это сила, игра, скорости. Они все друг за друга, и они именно команда, они каждый за себя. В чем фишка? В том, что мы всегда побеждаем.